Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня в меню пицца. Да, я знаю, что на канале уже есть пицца, даже целых два ролика. Если тут упустил, щелкайте, смотрите. Но в обоих этих роликах показано тесто для пиццы на тонкой лепешке, то есть приготовленной в неаполитанской традиции. А есть еще и римская традиция, то есть пицца на толстой лепешке. Я вот сейчас собирался сказать что-то вроде: меня очень часто просили показать пиццу на толстой лепешке. На самом деле, ни черта меня не просили. Меня просто очень часто ставили в известность, что кому-то больше нравится, гораздо больше нравится пицца на толстой лепешке. Ну, я пожимал плечами, вкусы у всех разные. На днях приготовил именно такую. В очередной раз убедился, что я фанат пиццы на тонкой лепешке. Ну и для очистки совести спросил жену. Ну, как результат, будучи абсолютно уверен в ответе. К моему удивлению, увидел закатанные глаза и восторги. Ах, это такое нежное, такое вкусное тесто! Вот так вот живешь с человеком четверть века, а потом вдруг выясняется, что совершенно ошибался в ее вкусах. Короче, решил, надо снимать ролик. Однако, что я хочу сказать. Если вы прошерстите интернет, то в 99% вы увидите какой-нибудь рецепт такого типа. Возьмите муки, возьмите дрожжей побольше, возьмите молока, сахара, немножко воды. Замесите, подождите полчасика, потом раскатайте асфальтоукладочным катком, наварите гору начинки и кушайте, не обляпайтесь. Так вот, я абсолютно не понимаю, к чему такие сложности. Ну, если готовить такое тесто, такую пиццу, то проще пойти в магазин, купить батон, навалить сверху колбасы, сыра, полить кетчупом и есть, думая, что трескаешь настоящую пиццу. Суть в следующем. Тесто в итальянской традиции для классической итальянской пиццы содержит только и исключительно муку, соль, воду, дрожжи. Все. Ни молока, ни яиц, ни сахара, ни черта этого там нет. Поэтому, чтобы вот такой вот бедный на ингредиенты тесто получилось действительно вкусным, требуется длительное выбраживание. Реально длительное. И я вам так скажу, если вы пробовали хлеб длительного выбраживания, ну то же самое на закваске, например, вы однозначно его отличите от быстрого дрожжевого. Однако, я заболтался. Вот здесь у меня тесто, которое я замесил позавчера. Сейчас покажу процесс, не спешите. Оно у меня стояло в холодильнике, и вот пару часов назад я его достал, чтобы постояло при комнатной температуре и прогрелось. Стол присыпаю манкой. Сейчас надо провести так называемое складывание. Вот это вот сюда, а это сюда. Отлично. Ну, теперь накрою крышкой, чтобы не пересыхало, и оставлю примерно на час. И пока оно лежит под крышкой, флешбэк. Привет из прошлого. Послезавтра пицца, значит, сегодня замес. Пропорции такие. 800 граммов муки, сильный, ищите самым высоким содержанием белка. 640-680 граммов прохладной воды, 18 граммов соли, 4 грамма свежих дрожжей или 2 грамма сухих и 3 столовых ложки оливкового масла Extra Virgin. И все. Никакого молока, никакого сахара, никаких глупостей. А дрожжей так мало, чтобы за двое суток тесто не успело перекиснуть. Сначала надо дрожжи развести в воде. Я буду замешивать все это планетарным миксером. И важное замечание. Тесто для такой пиццы высокогидратированное, то есть с большим содержанием воды. Здесь его практически 85% от веса муки. И, наверное, можно его вымесить руками. Уже, кстати, можно муку добавить. 3/4 от всего объема. Хотя ручное вымешивание, на мой взгляд, настоящий подвиг. Но лучше, конечно, мешать миксером. И, кстати, если у вас нет планетарного, вот такого, то не переживайте. Оно отлично вымешивается за счет того, что очень жидкое. Даже обычным ручным, главное, венчики брать не для взбивания, а для теста. Вот смотрите, уже сейчас все выглядит как крем. Значит, пора добавлять соль. Я ее предварительно растер в ступке, так как у меня крупная. А крупная слишком долго будет растворяться. Главное, ядерную не кладите, вкус будет безнадежно испорчен. Так, ну соль разошлась, и теперь добавлю остатки муки. И опять вымешивать. И вот тут важный, самый важный момент. Чтобы вот такое жидкое, ну не жидкое, а очень влажное тесто нормально удерживало углекислый газ, который выделяют дрожжи, в нем должен быть очень хорошо развит глютеновый каркас. Глютен – это белок, от воды набухает, а при перемешивании склеивается в такие длинные цепочки. Те образуют, в свою очередь, нити, а нити склеиваются в сетку. Но происходит вот это вот склеивание в результате интенсивного вымешивания.
Сначала тесто продолжает выглядеть как крем, но затем я ускорю на монтаже этот процесс. Вот смотрите, начало образования этих ниток от стенок начинают тянуться. Их становится все больше. И затем тесто начинает собираться в ком на крюке. Вот после этого надо еще хотя бы пару минут вымешивать для создания совсем уж хорошего каркаса. Сильная мука считается содержанием белка выше 12%. Ну, там очень сильная там экстра, это 14%. Ну, а слабая там 10, 10,5, 11%. То есть всего получается вот на этот ком теста, который у меня 1,5 килограмма весит, ну, 800 муки там и почти 700 граммов воды, приходится всего около 100 граммов глютена, белка. То есть понятно, что если вы просто перемешаете до однородности все ингредиенты и не будете вымешивать интенсивно, то глютен, он, конечно, набухнет, но его так мало в общем объеме, что эти молекулы не склеются с друг дружкой, не образуют сетку. Маслом смажу чашку. А вот если долго интенсивно мешать, ну смотрите, что получается. Тесто очень гладкое, такое упругое, несмотря на такое чудовищное количество воды в нем. Так, ну и сюда же тоже масло. Я вам больше скажу. С очень сильной мукой можно объем воды и до 90, и даже до 95% от веса муки довести. Ну и все на сегодня. Оставлю его при комнатной температуре на час-полтора. А потом отправлю в холодильник на 2 сутки, чтобы оно бродило, чтобы набирало вкус. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Я провел складывание, оно пролежало в таком виде час, и можно формировать лепешку. Делать это надо, не пользуясь никакими скалками. Очень аккуратно. Просто растягиваю в сторону. Вот так вот. Старательно сберегаю все пузырьки. Тесто очень влажное. Подсыпаю очень обильно манку. Манка, собственно, это очень крупно смолотая пшеничная мука. Вот так вот. Ее добавление придает готовой лепешке такую хрусткость. Она хрустеть начинает с поверхности, а внутри остается очень мягкой. И после вот этой процедуры опять расстойка. Прикрою вот этой крышечкой от пересыхания или предохранения от сквозняков и оставлю минут на 25-30. И я вообще-то всегда говорю, что для теста нужно минимум час на расстойку, но в данном случае из-за высокогидратированного теста, из-за того, что оно вот такое вот воздушное, и я к тому же очень аккуратно с ним обращался, время можно подсократить. Впрочем, если у вас не удалось достаточно аккуратно перенести его на вашу форму для запекания, ну, подождите часочек, вреда не будет. Ладно, оно подходит, духовку можно уже включить, пусть разогревается до 250 градусов, а у меня есть время заняться соусом для пиццы. Для начала нарублю чеснока помельче, пару зубков мне хватит. Им надо ароматизировать масло. Оливковое, экстравержено, естественно. Ну, какая может быть итальянская пицца на другом масле, согласитесь. Чеснок положил практически в холодное, и как только он начнет шипеть, то есть сок чеснока начнет закипать, добавлю все остальное. Ни в коем случае не надо его перегревать, не дай бог, хоть немного подгорит, это безумно просто испортит вкус будущего соуса. Ну вот, зашипело, сразу же сюда сухой орегано. И сразу же протертые консервированные томаты. Можно было бы, конечно, и свежих, но у нас по случаю зимы, ну ладно, ранней весны, вкус в магазинах пока, мягко говоря, не фонтан. Теперь дождаться закипания и проварить минут 10-15 при слабом побулькивании. Ну и пробуйте, в зависимости от сладости, кислоты ваших томатов, придется выбрать на вкус, добавить там либо соли, либо сахара. А минут через 10 их надо отключить и оставить остывать. Перерыв. Продолжаю процесс. Будущую пиццу надо смазать соусом. И в отличие от пиццы на тонкой лепешке, больше ничего пока не класть. Как раз таки из-за толщины. Если тонкая лепешка еще успевает более-менее пропечься, то вот такая толстая – нет. Большие пузыри я прорываю, потому что
Тесто в них обязательно перегорит. Слой-то тонкий, оно подсушится при этой температуре, даже не лопаясь, подгорит. Поэтому самые большие пузыри надо лопнуть. В любом случае, смотрите, какое оно достаточно плотное. Я очень смело орудую кисточкой. Оно даже не думает оседать, потому что очень хорошо в результате вымешивания и длительного брожения развился тот самый глютеновый каркас, которым я проколупал вам все мозги. Я выпекаю в камне. Если у вас его нет, выпекайте на самом низу, на самой нижней полке. Для начала минут 10-15. Пицца, как вид хлеба, как вид выпечки, относится к подовой. То есть она выпекается на поду печи, на основании. Скорость передачи тепла контактная гораздо выше, чем скорость передачи тепла конвекции. Так вот, насчет начинки. Пока нарежу оливок. Сыры, тем более рассольная моцарелла, штука нежная. Если их отправить в печь сразу, то к тому времени, когда вот такая толстенная лепешка пропечется, сыр не просто расплавится, а безбожно закипит и потеряет всю свою прелесть. Потому, собственно, на пиццу на тонкой лепешке пекут при такой высокой температуре. В дровяной печи, чтобы вы знали по итальянским нормативам, свод печи нагревается до 465 градусов, а под печи основание до 420 градусов. Когда такую тонюсенькую лепешку на такое раскаленное дно кладут, она пропекается буквально за 40-45 секунд. И при этом, за счет как раз скорости теплопередачи, вот эти 40-45 секунд, за это время, несмотря на высокую температуру свода, моцарелла, ну, сыры эти тонкие, воздушные, не успевают закипеть, только оплавляются. Толстая лепешка, конечно, так быстро не пропечется. Поверхность сгорит, а внутри сырая останется, поэтому температура ниже почти в два раза. И выпечка идет в два приема. Но с другой стороны, оно вам проще. Где там в бытовой духовке температуру в 420 градусов догнать? Впрочем, пока я болтал, первый этап выпечки уже прошел. Смотрите, что получилось. И вот теперь основная начинка. Я собираюсь использовать окорок воронежский. Он у меня еще остался. Кто пропустил, вот щелкайте, да посмотрите, как я его готовил. Теперь моцарелла. В общем, состав начинки вы сами разберетесь, что он там по вкусу. Ну и оливки, конечно. И опять отправляю в печь. И теперь только до расплавления сыра. Вот этот момент, особенно в случае использования для начинки рассольной моцареллы, особенно важен. Закипел сыр, считайте, все, зря потратили на него деньги. Поэтому следите за пиццей, как за курсом доллара. Ну и хватит уже, пора. А в качестве вишенки на торте положу сверху базилик свежий. В печь его не хотел отправлять. Потерял бы он там всю свою свежесть. А так от тепла лепешки только аромат усилится. Ну и пора уже пробовать. Разрежу. Вот так вот. На тонкой лепешке резать, конечно, проще. Диском катанул и готово. Ну, я и с этим, можно сказать, справился. Вот так вот. Вот такая вот толстая лепешка. Такая пицца. Для сравнения, вот лезвие ножа. Видите, то есть больше, чем ширина лезвия. Вот так она подходит. Донышко такое. Духовка вовсю пытается остыть. Гонит горячий воздух в кухню. Очень жарко, я уже мокрый. Ну что могу сказать, если вам нравится пицца на толстой лепешке, то вы видите, какая, насколько эта лепешка может быть толстой. Видите, это принципиально другой подход, нежели в подавляющем большинстве так называемых пиццерий. Длительное выбраживание, длительное вымешивание дают себя знать. Получается очень пористое тесто с очень большим количеством пузырьков. И то есть это слегка похоже, наверное, по принципу на чиабатту. Так, что касается вкуса. Ой. Это очень нежное тесто. Для меня, учитывая, что я привык к неаполитанской тонкой лепешке, это просто очень-очень вкусный хлеб, пышный, воздушный, с начинкой пиццы.
Вот, ну, жена, например, в восторге от этого дела. Поэтому, если соберетесь, то делайте именно так, однозначно. За два дня замесили, отправили в холодильник и забыли. В день выпечки вытащили, дали ему расстояться, ну, часочек, наверное, нагреться. Сложили пополам, пока соусом занимаетесь, у вас тесто растаивается, растянули, отправили в духовку. Да, получается подольше от того момента, когда захотелось пиццы, до того момента, когда вы поели, считайте, на сутки дольше получилось. Но, друзья мои, если готовить по быстрым рецептам, это будет принципиально не то. Так что смело рекомендую, вливайтесь в ряды пиццейола. Огромное спасибо вам, что смотрите. Огромнейшее спасибо вам, когда вы делаете репосты этого видео, ставите лайки, дизлайки, активничайте на канале. Мне очень приятно с вами общаться. Многих из вас я воспринимаю уже как близких друзей, потому что, ну, запомнил, кто мне постоянно пишет, и это очень приятно, чертовски приятно. Прямо вам скажу. Отдельное спасибо, отдельная благодарность спонсору постоянному Самуре за предоставленную жизнь, за спонсорскую поддержку и вам за компанию. Всем пока!